Все эти годы Mittal только выкачивает прибыль, нещадно эксплуатируя казахстанских рабочих. Топ-менеджмент компании должен оставаться под подпиской о невыезде и нести всю полноту ответственности. Хватит уже перекладывать вину на рядовых менеджеров и рабочих. Правительству пора начать серьезно заниматься вопросом смены собственников в случае дальнейшего демонстративного нежелания ArcelorMittal уважать наши законы и выполнять взятые обязательства. Ведь что это за зарплата, если металлург или шахтер не могут накопить достойную пенсию к 50 годам? О неудовлетворительном состоянии оборудования, аварийности и травматизме уже и говорить не приходится. Если по стране на производстве смертность снижается, то в ArcelorMittal она растет.